Добрый день, уважаемые зрители, инвесторы, партнеры, все, кто смотрит, всем добрый день. Мы с вами находимся на площадке Соулмаш, ПКТБ Соулмаш. И что можно сказать? Можно сказать, что сейчас наступает то время, когда в здании, в самом объекте ведутся активно работы по инженерным сетям, инженерному оборудованию, как внешним, так и внутренним. Мы сейчас вот непосредственно находимся в индивидуальном тепловом пункте ИТП. Сюда сейчас монтировали вот эту часть оборудования, но поверьте, это малая толика всего того, что здесь находится. И вот эта работа оценена была в 12 с лишним миллионов рублей. Только монтаж. Соответственно, согласиться с этими ценами как-то сложновато, поэтому коллектив Соулмаш занялся монтажными работами. Почему? Жадные мы, денег жалко, денег нет. Поэтому вот решили по максимуму сделать своими руками. Ну а дальше уже отладка будет выполняться специалистом. Через стенку находится помещение, в котором должны быть смонтировано оборудование водоподготовки. Это фильтры грубой очистки, фильтры тонкой очистки, фильтры обезжелезивания, фильтры дехлорирования, дегазирования, фильтры водоумягчения, подготовки до такого уровня, чтобы можно было заправить вот эту систему. К сожалению, это оборудование вовремя было не закуплено. И то, что было поставлено в проекте, меня тоже не устроило. Потому что на сегодняшний день существуют более приемлемые варианты. Поэтому мы будем вносить изменения в этой части проекта. И будем ставить другое оборудование, которое позволит нам получить более качественную очистку воды, более качественный контроль за ней. Автоматические промывки всех этих фильтров и так далее. На все это надо деньги. Но здесь мы экономим, там мы экономим. Поэтому мы со своей стороны коллективом стараемся сэкономить по максимуму, тем не менее, для того, чтобы мы в зиму ушли с теплом, с инженерными сетями, с благоустроенной территорией, нужны деньги. Благоустройство территории больше 100 миллионов. Инженерные сети больше 100 миллионов, но благо значительную часть мы проплатили по сетям, но когда сдадут, мы обязаны будем расплатиться с нашими подрядчиками, плюс там будет гарантийное удержание, которое мы будем выплачивать. Точно так же по благоустройству сейчас вот, были проплаты где-то в районе 20 миллионов, сейчас 10 миллионов еще надо будет внести. Значит, система отопления 47 миллионов. Отделка АБК 90 с лишним миллионов. И так далее. Поэтому, коллеги, мы рассчитывали немножко на другое. Мы хотели еще в конце этого года запустить ушемки. Но видите, Китай нам преподнес сюрпризы. Ожидаемые, неожидаемые, но они были практически. Мы хотели по максимуму ускориться, уменьшить затраты. Сейчас мы знаем с вами, что курс доллара на каком уровне больше 90, евро больше 100. Все это влияет на стоимость работы. И до этого что творилось. Поэтому Solar Group, компания, сейчас будет проводить акцию. Условия на сайте Solar Group найдете. Поэтому просьба, участвуйте, потому что мы должны с вами эту зиму уже встретить с теплом, с подключенными инженерными сетями и, самое главное, с благоустроенной территорией, потому что нам надо до конца сентября территорию благоустроить. Потому что если мы территорию успеем благоустроить, положить асфальт, все сделать, то тогда, а вы знаете, что срок проекта до сентября у нас. Поэтому можно будет как-то разговаривать предметно о чем-то, да, несмотря на то, что тут
какие-то сроки будут по внутренней отделке с уроном. Но, надеюсь, это будет не критично. Я надеюсь, мы все с вами мобилизуемся и достигнем результата. Держитесь. Результат уже на загорании. Спасибо.